Лимон Байрамян может быть в средней линии как-то игру оживит, если появится на поле. А пока же самый опасный момент в матче и суперсейв Антона Федюшкина. Да, ростовчане как никогда были близки к успеху. А сейчас Амир Надхом может получить желтую карточку. Последняя атака в матче, который, скорее всего, завершится без забитых мячей. Без сил падает Данил Фомин. Контратака ростовчан. 4 в 3. Может быть, удар по воротам. Удар. Сейв Митрюшкина. Еще один. Федюшкина, конечно же. Прошу прощения. Фантастические 2 сейва на последней секунде нашего голкипера, который спасает для своей команды ничью. Браво, Антон Федюшкин. Единственный человек, которому ни одной не может быть претензий по сегодняшнему матчу. И если Краснодар и заработал сегодня очко, то благодаря своему вратарю. Что ж, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Спасибо, что досмотрели до конца. Уверен, что все остальные матчи Краснодара 2 будут гораздо интереснее и результативнее. Ну, а я прощаюсь с вами.